Собирайте только те грибы, в которых вы на 100% уверены. Подгруздок, чернеющий, образует с твердыми породами деревьев грибницу, растет в лиственных, смешанных лесах. Также гриб часто можно увидеть в иловых и широколиственных лесах. В лесу встречается большими группками. Начинает плодоносить в середине лета, и завершается этот период вплоть до зимы. Имеет шляпку от 5 до 15 сантиметров. Сначала шляпка имеет беловатый цвет, но потом становится грязно-сероватой, коричневой с оттенком цвета сажи. Ножка подгрустка чернеющего до 10 сантиметров. Она крепкая, цилиндрической формы, по мере старения гриба она становится грязновато-коричневого цвета. Подгрустка чернеющий относится к грибам четвертой категории, его можно употреблять свежим, а также соленым. В соленом виде быстро обретает черный оттенок, нужно собирать только молодые грибы, так как старые довольно жесткие. К тому же они почти всегда червивые, однако западные исследователи считают этот гриб несъедобным.